50 років в клубі, 50 років в Чорноморці взагалі це як? Уявляєш собі? Ну, це легенда жива клубу. Дійсно, це чоловік з великої букви. Анатолійович – це... Это наша легенда, это наш эталон. За советом всегда? Кому идти? К дяде Вове идти? Он мастер своего дела. Дядь Вова – это легенда, действительно, этого клуба. В первую очередь, это одессит от костей до не знаю, от низа и до самого верха. Дядь Вова – это просто, я, ну, все, какие есть хорошие слова, я только про него могу сказать, и это не перебільшуючи. У него секрет самый простой. Он очень любит футбол. Ну, в первую очередь, здоровье. Чтобы он всегда оставался таким позитивным. Хочется сказать, чтобы он всегда был здоров. Самое главное – крепкого здоровья и мирного неба. Не зря ему поставили звезду на Аллее Славы. Большая честь. Большая честь знать этого человека и с ним работать.